Машину мне мою не забрызгай. Машину не забрызгай. Все, дезинфекция прошла. Ой, мама родная, блядь. Извините, что матерюсь, но тут других слов, ну, не подберешь, блядь. Веселуха. Ё-моё. 2020 год. Россия, матушка. Есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев. Все проходит. И это пройдет. Офигеть. Все, поехали дальше. Поссали из бачка какой-то жидкостью. Вот два бравых таджика идут. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу. Коронавирусную. Главный, безусловный критерий – защищенность, здоровье и безопасность граждан России. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное – на опережение. Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но то, что мы уже можем и уже делаем, так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан. К развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы.